Свыше 9,5 миллионов рублей направлено на строительство офиса врача общей практики. Благодаря участию муниципалитета в краевой программе реализуется этот социально значимый проект. Работы должны завершиться в этом году. Когда вы сдадите? Ну, я планирую числам 7 декабря. Вот декабря, да? Ну, внутри вам же лицензировать надо. Да. А начинали какие-нибудь работы по лицензированию? А пока документы все не получены. То есть получим, нам вот эксплуатацию? Конечно. Без этого никакого. Роспотреб же там. Роспотреб первый. Ну, вообще людьми как это воспринимают? Очень хорошо. Да? Очень. А сейчас где специалисты работают? Пока и в амбулатории работают. В амбулатории он ждет врач, когда в эксплуатацию выйдет. Появление нового лечебного учреждения ждут более 3000 жителей хуторов Рассвет, Заря и Тарусин. Пока за медицинской помощью им приходится обращаться в ГАИКадзор, не Ближний Свет. В Рассвете откроют дневной стационар, процедурный кабинет, кабинет УЗИ. Принимать пациентов будет врач общей практики. Он будет вести прием по 7 специальностям. По 7. И это как у меня амбулатория. И в перспективе освобождается здесь ФАП, это тоже наша база. И мы его можем, если как бы будет решение такое принято, под жилье для врача использовать. На аппаратном совещании глава курорта поднимает тему подключения нового здания к коммуникациям. Для отделочных работ нужно тепло. Сегодня там привезли электрический генератор 32 киловатта. Он отапливает, все нормально. Это так? Да, и воду запустили уже по постоянной схеме. Поэтому вода есть, да? Сергей Сергеев дает поручение подготовить документы для ввода здания в эксплуатацию. Это, в свою очередь, даст возможность подключиться к сетям и начать оформление лицензии на лечебное учреждение.